Почему бокс? Почему не там йога, не... Я занимался йогой, потом понял, что все-таки она вредна для северного жителя. Во-первых, в России столько воды нельзя пить, здесь околеешь сразу. Нужно понимать, что в Индии это нормально 4 литра вылокать. Вот. Во-вторых, у индусов есть болезнь, я забыл, как она называется, это расхлябанность суставов. Любой человек в любом возрасте может сесть в лотос, и ничего ему не будет. У нас самый зажатый человек в мире. Зажатость возле копчика. И пытаться в этом состоянии сесть в лотос... Лучше в космос полететь. То есть бокс менее травматичный? Бокс самый нетравматичный. И он энергоемкий, и двух занятий в неделю хватает, чтобы держаться в форме. Идеальный. А составляющая эмоциональная бокса все-таки довольно жесткая? Я не злобный человек. На самом деле у меня выключена функция бить человека с жестокостью. Я всегда играю в пятнашки. То есть бокс как тактика больше? Естественно, это шахматы и все. На самом деле в клубах не любят, в непрофессиональных клубах не любят идиотов, которые пытаются там кого-то убить. Мы как серая одежда, промокая под дождем. Чего-то ждем, чего-то ждем, чего-то ждем. Словно бледная надежда, как ее не назови, как пенька оцаревает без любви. И ежедневная тревога в нас прорастает, как полынь, на позаброшенной дороге, где воронье куда ни кинь, где все потеряно в тумане. Тебя не ищет чей-то взгляд, тебя никто нигде не манит, тебя никто нигде не рад. И в доме плесень и забвение, и холод сколько ни топи, где все разбросано, как звенья тобой разорванной цепи. Привычка заводить себе друзей, как гладиатор по дороге в Колизей. Наши имена потонут в водах праздничных аллей, как имена неутонувших кораблей. И ежедневная тревога в нас прорастает, как полынь, на позаброшенной дороге, где воронье куда ни кинь, где все потеряно в тумане. Тебя не ищет чей-то взгляд, тебя никто нигде не манит, тебе никто нигде не рад. И в доме плесень и забвение, и холод сколько ни топи, где все разбросано, как звенья тобой разорванной цепи. Кашин как гражданин. Вот кто он? Что он? Что его волнует, беспокоит, радует, может быть? Вот именно как гражданин. Не как человек, не как любитель женщин. Я единственный человек в России, которому нравится президент. Я серьезно считаю, что вот во всех странах каждый народ
заслуживает свое правительство. Только в России не так. Правительство лучше, чем народ. Лучше, чем народ? Я этому уверен абсолютно. То есть ты считаешь, что все-таки из... Я считаю, причина что... следствия, я вот пытаюсь понять. Я просто жил в Англии, я жил в Америке, я считаю, что России гениально повезло просто. И так здорово, что эти два перца не отдают никому порулить, а там люди говорят, дайте порулить, а кто порулит, кто умеет? А кто умеет? А кто умеет? Политическая воля есть у президента нашего, как считаешь? Слушайте, вообще, когда я приехал в Америку и был Ельцин, слово «русский» было просто оскорбительным. Почти рубль. Женщина – это блядь, а мужчина – вор. Вот. И никто не стеснялся на это намекать. Вот. Сейчас вы приезжаете, вы понимаете, что абсолютно поменялось отношение к России. И это сделал один человек реально. Просто все страны тупо стали уважать и прижимать свой язык. Оказалось, за час до рассвета и примерно за час до разлуки мы с тобой два веселых поэта, умирающие от скуки. Вдыхали в ночи ароматы, обсуждая бордоские вина, словно два французских аристократа в очереди на гильотину. Сумасшедшая любовь запутала сердца, таких, как мы с тобой, плюющих без конца на ветер. Сумасшедшая любовь запутала умы таких людей, как мы, потерянных в себе навеки. Из огромной пушки в них осталось тепла на пару граммов больше, чем у часовой кукушки. И хрустят под ногами кости, а нам пофигу, мы ведь в танках. Даже бриллианты почернеют от злости, если их хранить в банках. Сумасшедшая любовь запутала сердца таких, как мы с тобой, плюющих без конца на ветер. Сумасшедшая любовь запутала умы таких людей, как мы, потерянных в себе. Какие-то у тебя музыкальные предпочтения вот из того, что сейчас мы имеем? Сейчас дело в том, что шоу-бизнес так растворился как-то, перестали существовать звезды. Интернет убил весь этот пафос. С одной стороны, это, наверное, хорошо, с другой стороны, очень сложно откопать что-то.
И у музыкантов нет бюджета особенного для того, чтобы создать большое явление. И появляются такие песенки по одной, по две. И я постоянно такие нахожу, конечно, но все стало более мимолетным. Может быть, это и к лучшему? Это отсеивает много мусора? Это отсеивает все. Ну, еще я удивляюсь, все у себя ВКонтакте выкладываю, там 2-3 песенки. Никто ничего не знает вообще, потому что информация просто утекла куда-то в космос интернета. В твоей квартире чистота. В твоей квартире грустнота. В твоем камине Настя не достает огня. И может быть для счастья немножечко, совсем чуть-чуть меня там та-ра-да-да-дам. Там та-ра-да-дам, та-ра-дай, там-там, там та-ра-да-дай-дам. Дому живет Платон, Петрарка и Наполеон. И если ты накроешь на 6 персон, я приду к тебе первым, слышишь, как бьет по крыше слон. Я приду к тебе, слышишь, Настя, и раскрашу оранжевым весь твой дом, дом, дора-до-до-дом. Для тебя фотография — это хобби или это все-таки какой-то смысл жизни, часть смысла жизни? Это хобби. Все, что приводит нас к большему количеству денег, власти, славы и секса, все можно называть приятным хобби. А работа должна быть хобби? Ну, естественно, только так можно быть счастливым, ну, или хотя бы наименее несчастным. Под цветными небесами черт играет чудесами в сердце у меня. Подровняв глаза и жопы алкогольным фотошопом в сердце у меня. Среди красного квартала, где громилы и каталы, наркоманы и кидалы, проститутки и менты, живешь, и ты живешь. Под цветными небесами черт жонглирует трусами и швейцарскими часами в сердце у меня. И совсем не без азарта смотрит бог с кредитной карты, как любовь сменяет бартер в сердце у меня. Среди красного квартала, где громилы и каталы, наркоманы и кидалы, проститутки и менты, живешь. Живешь.
у каждого человека, кто занимается творчеством, кто что-то, какой-то продукт творчества своего выставляет на какое-то всеобщее обозрение, да, наступает такой момент, когда он понимает, что его слушают. Слушают, прислушиваются, внимательно рассматривают то, что человек делает. Ты помнишь этот момент у себя? Я помню, и слава богу, он прошел. Я уже давно не чувствую этого. Это на самом деле не самый приятный момент. Мне намного комфортнее сейчас, когда я понимаю, что у меня просто есть своя аудитория, довольно узкая. Но шоу-бизнес сам по себе неестественен. То есть делать из себя что-то, чем ты не являешься, это против идеи жизни, на самом деле. В гуру быть тяжело. Причем здесь гуру? Ну, вот как человек... Гуру — это не шоу-бизнес. Ну, я понимаю. Нет, я имею в виду человек, который, к словам которого внимательно прислушивается, нет, возможно, сделать... На самом деле, они зря это делают, потому что прислушиваться к словам не надо. Это всего лишь развлечение. Все песни являются всего лишь развлечением. Там никакой супермысли нет абсолютно. Если вам интересно потратить пару часов на то, чтобы развлечься, you welcome. Просто ни в коем случае нельзя это воспринимать как какое-то учение. Это вообще не так. Ну, хотя бы как подсказку какую. Никаких подсказок там вообще нет. Песни должны быть только красивыми. Они не должны быть ни умными, ни высокими. Они должны быть только красивыми и интересными. Уже 70 лет, как ты пригласила меня на танец, и с тех пор нам не выйти на свет. Тогда плакали волки и летали вокруг светлячки. Ты как будто споткнулась о берег Волги, а мне в глаз сквозь очки пролетела снежинка, такая горячая, словно наша с тобой любовь. Мы упали каждый как-то нелепо, неровно, и из нас вытекала на снег ярко-красная кровь. И мы, обнявшись на бегу, остались там, на берегу. Тяжелый ранец, у меня плащ, палатка, сапоги, как гири, и холодные белые губы шептали на этой прямой. Мутор, мама, мама, мутор. И так бесконечно, безумно хотелось домой, но лишь плакали волки и в огне летали вокруг светлячки. Ты как будто споткнулась о берег Волги, а мне в глаз в очки пролетела снежинка. И мы, обнявшись на бегу, остались там, на берегу. Уже 70 лет, как ты пригласила.
свет.